В настоящее время в государстве уделяется большое внимание по снижению административного давления на предпринимателей. В свете этого хотелось бы напомнить, что 1 мая 2009 года вступил в силу федеральный закон номер 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно данного закона, собственники имущества имеют альтернативу остаться под надзором федеральных органов, либо оказаться под независимой формой контроля, так называемый пожарный аудит, который основан на независимой оценке пожарного риска. Пожарный аудит могут проводить экспертные организации, имеющие аккредитацию в МЧС России. Аудит пожарной безопасности проводится на основе договора, заключенного между собственником имущества, либо лицами, уполномоченными распоряжаться данным имуществом, и экспертной организацией. Итогом независимой оценки риска является получение положительного заключения, которое дает право освободиться от проверок федеральных органов сроком на 3 года. Но, соответственно, чтобы положительное заключение экспертной организации было получено, необходимо выполнить ряд предложенных мероприятий по приведению объекта в пожаробезопасное состояние. Данное заключение предоставляется в органы федерального пожарного надзора, и объект исключается из плана проверок. По истечении 3 лет процедура пожарного аудита повторяется.